Виктор Сергеевич, вы можете не висеть надо мной орлом? Я не совсем понимаю. Давайте по пунктам. Короче, Платонов на перекрестке Парковой и Тургеневской в машине сбил человека. Ну, это я слышал. Но пострадавший в больнице. Я только что разговаривал с врачом. Случай, слава богу, не смертельный, но серьезно раздроблен тазобедренный сустав. И вполне вероятно понадобится операция по его замене. Чего, Платонов жена рожала? Куда он так летел-то? Понятия не имею. Ну, а от меня что требуется? Так это... Что ну, это? Он сейчас в полиции. Ну, логично. Где ему? В бане быть? Ну, нужно как-то его отмазывать. Что делать? Отмазывать. У нас плотный график. И лишиться такого нападающего в данный момент – это катастрофа. Виктор Сергеевич, скажите, я что, похож на морального коллегу? Да нет, что вы. А что вы мне сейчас предлагаете? Пойти в полицию и, как вы выразились, отмазывать гражданина, который на пешеходном переходе сбил ни в чем не повинного человека? Так это... Виктор Сергеевич, закон суров, но он закон нарушил. Отвечай. По-моему, это логично. Я вас больше не задерживаю. Спасибо. «Молодежка. Лед и пламя». Новый сезон. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.